Итак, ребятки, мы продолжаем, приступаем к основному заданию. Адевали, ваши планы меня смущают, но я обещала помочь Агюстену. Что это? Судовой манифест, как я поняла. Подделанные вашими людьми. Жоаким Франсуа, Анри Маршан, Фортюне Жан. Хорошо. Молодцы, да. Вы поможете экспедиции. Луи Гаден встретится с капитаном Порта и обсудить оставшиеся моменты экспедиции. Это удачная возможность подменить манифесты. Дайте знак, и мы поднимемся на борт. Спасибо. И вам тоже, Бастиана. Не за что. Все ради свободы Маронов. Да, все ради свободы. Нет, знаете, нет для свободы нет ничего страшнее, чем враги свободы. Мне кажется, мне лучше спрятаться. Знаете, что я даже сделаю? Я заберусь на это здание. Но там, блин, снайперы. Все, меня приметили. Все, блин. Началось. Нужно всего лишь спрятаться. Конечно, ради науки. Конечно же. А контра что? Контрабанда? Не, не слышу. Блин. Не, ты меня не видел. Я дорогой ошибся, я домой шел. Да, я знаю, если часто появляться у него за спиной, то он будет оглядываться. Что, кстати говоря, логично, они будут чувствовать слежку. Освобождать я, к сожалению, никого не могу. Так, ближе подойти. Зачем ближе? Держаться в пределах 20 метров? Блин, запретная зона! Черт, возьми! Нифига я на толпу нарвался! Вот вечно так. Держись ближе, но, блин, за тобой погонится целая армия. Да он не денется. Ничего там нет. Не беспокойтесь об этом, мой друг. Осталось
Жажда. Подмените судовой манифест. Так, ждем, пока все уляжется. Что это за молния такая была? А, тропический ливень. Я абсолютно невинный. Я перед тобой сейчас в траве. Манифест ты взял, ну, то, что нужно. Потому что этих парней, парни и девушки, на борту быть не должно, как я понимаю. Извиняюсь, понимаю. Черный флаг. Их же растерзают. Почему же? Так, защищайте экспедицию. Защищаем французов. Эти ученые обязательно должны добраться. Вот до чего мы докатились, ребята. Тогда мы получим их тайну. Эти знания важнее любого груза. Да, капитан. Это скажет. Везет с ветром. Управимся быстро. Что быстрое перемещение нельзя? А, ну понятно. Я думал, в чем дело? Я же не быстро никуда не пытался переместиться. Может, попадем к кому-то. Ну да, в такой шторм ты хрен попадешь. Корабли вроде не сильные. Маленькие, мелкие, фрегаты. Или не фрегаты, ну мелкие, в общем, мелочь всякая. Я даже серьезно не понимаю. Подводные мины. У нее больше урона, чем любые эти корабли нанесут. Все мелкие пиратишки. А, быстро вот это то, что я пытаюсь использовать. Спасибо, мне видно. Надо к главной толпе подплыть. Получается. Пока что они не уплывают. Тем более тут шторм. Карибский бассейн. Тут всегда штормит. Спицы терпят урон. Блин, быстрее! А я быстрее не могу. Хотя хотел бы. Открыть все паруса. Там мощные корабли, блин. Сейчас я помогу экспедиции. О, черт, что я сделал? Как? Они же были впереди. Как? Они просто взяли и оказались позади меня. Черт возьми, я пытался их защитить, в итоге я их сам потопил. Ладно. А, блин, все заново. Как же это я не люблю. Ладно, пытаемся снова. Эти знания важнее любого груза. Да, капитан. Это стоит битвы.
Просто, блин, я запаниковал из-за того, что тут целая куча пиратских кораблей, и один я. Тем более, они далеко. Хотя кажется, что они близко, они постоянно уплывают. Потому что они намного быстрее меня. Я быстрее хочу плыть. Мне нужно быстрее плыть. Да и проблем не будет. Уклоняться времени нет. Но есть время стрелять. Убирать не знаю, не вижу груза. Ну, быстрее же, мы не успеваем. А так и будет терпеть урон, если я не смогу вовремя приплыть. Чертовы блики, да тут шторм. Там страшнейший. На раз попытаемся не уничтожить своих. Стреляем внимательно. Блин, они лезут, блин, под нос. Они лезут мне. Нужно стрелять точнее. Что-то не могу выстрелить. Я ничего не могу сделать, потому что они слишком близко друг к другу. Я вся задеваю экспедицию. Вот, нормально, нормально. Сейчас мы сделаем мощный залп, ребята. И все равно ведь гриф достается, потому что слишком близко. Да, не стоит, будет оставаться дальше, пока они научатся. Конечно. Слава богу, экспедиционный корабль. Блин, я чуть испугался, что я их разрушил. Потому что я не знаю, в этой буре у меня такое ощущение, что любой корабль может стать экспедиционным. Я страшно стреляю, каждый раз стреляю, и, блин, лишь бы не задеть. Хотя я понимаю, что не могу сейчас его задеть. Но все равно у меня такое чувство, что я сейчас что-нибудь не так сделаю. Видите, он просто эти корабли, они, не знаю, какие-то черти постоянно. То появляются, то исчезают из-под волны. Экспедиционный, да хватит, гриф, хватит лезть под бок. Сейчас из-под воды. Фу. Еле-еле. Это было трудно. Фу, мы справились. Нет, правда, ребят, это было очень сложно. Нравится? Да, но при этом мне понравилось. Сложно, но хорошо. Очень прямо... Прямо ух. Ну и что дальше? Экспедиционный корабль исчез. Можно использовать быстрое перемещение? Да, слава богу, можно. Я думал сейчас, что в шторм скажут нельзя. Можно. Невольников можно освободить разными способами. Мечом и щитом. Нет, щита у нас нет, мечом. Мне интересно, а в Assassin's Creed, интересно, когда-нибудь планировали щиты? Хотя нет, щиты были. Были, по-моему, в Revelation, что ли, у кого-то там. Но в основном без щитов. В основном все как-то в броне только. Меня это удивило. А вот почему нету, не знаю, бойцов со щитами? Сколько же сундуков в Порт-о-Пренсе? Я опаздываю. У меня дела. Знаете, мне интересно посмотреть на Assassin's Creed 4. Не, даже не посмотреть, а просто поиграть своими руками на PlayStation 4. Мне интересно, я хочу, но... К сожалению, мой финансовое состояние мне этого сделать не позволяет. Хотя он у меня был бы, у меня и Season Pass там
будет и Assassin's Creed 4, потому что они у меня есть на PlayStation 3, и они, так сказать, я их таким образом получаю и на PlayStation 4. Что хорошо, но консоли-то у меня самой нет. Все-таки, знаете, жалею ли я о том, что не купил PlayStation 4? Помощь в беде. Да, помощь в беде, я правильно прочитал. Жалею я? Нет, честно говоря, не жалею, потому что. Аде, Агюстен узнал о новом невольничьем судне. О, боже мой. Прошу вас, одумайтесь. Особый приказ вашего друга-губернатора? Нет, все так, как я боялась. Вы освободили многих рабов, и теперь французы в панике. И пускай, они заслужили. Не все так просто. Повсюду патрули. Наказывают теперь суровее и чаще. Одних вы спасли. Но что с теми, кто еще в плену? Увы, без жертв не обойтись. Чем скорее свершится мятеж Агюстена, тем скорее рабы обретут свободу и заживут в мире. Губернатор де Файе грозит отомстить. Так это его суда. Нет, Адевали... Не желаю слушать. Замолчите. Адевали у нас немножко своенравный парень. Наверное, поэтому... Хотя нет. Только хотел сказать, поэтому он у Кенуэ был помощником, но это же произошло после. То есть, крик свободы происходит после событий основной игры. В общем, посмотрим, добились до невольничьего корабля. Дракам, вы грабили невольничьи суда? Да, и не раз. Но тогда с Кенуэем целью была лишь добыча. Так, мы сейчас продолжим. Надо писать на карту. Все ясно. И не было желания вмешаться? Умный квартирмейстер должен молчать о своих желаниях, если хочет остаться квартирмейстером. Но да, порой случалось. Но ассасины предложили мне более серьезные цели. И я бросил гоняться за судами. Даже невольничьими? Нет, я по-прежнему ассасин и знаю свой долг. Но я ни на что не променял бы годы пиратства. Вы наслаждались свободой? Они закалили меня для нынешних дел. И потом, вы тоже поблагодарите пирата за учебу. Да, капитан. Ну, сколько всего. Блин, мы не можем в какую-то капитан, уже поздно. Поднять паруса! Давайте хотя бы один уничтожим корабль полностью. Готовы к бою, капитан! Как раз! Так, сейчас развернемся. Удар! Ой-ой, лишь бы не ударить. Нормально. Бомбим. Как раз сейчас будет. Лежать! Нормально, даже вообще урона не получили. Хорошо получилось. Хорошо, сражаемся. В чем дело? Кто тут кого? Нет, они всех потопят. Мы действуем. Мощный яд у нас очень хороший. Сейчас уже. Абордаж. Да быстрее, скажу же сам, промешкайте. Быстрее давай, заруливай. Там даже людей нет. Порядом еще.
Я в них. Потушите пожар, а потом готовьте корабль принимать выход. Да я, а я что делаю? Я-то что тут, отдыхаю? Но новые наушники просто офигенно. Вот эти звуки воды, как будто я там нахожусь, ребята. И они немного канальные при этом. Задачу мы выполнили. Что я ищу, блин? А, вот. Повторить. Я думал, надо будет долбить одну кнопку. А нужно просто нажимать. Хорошо, молодец. А, нажимать. Понятно. Быстрее! Еще нужно освобождать. По-моему, все уже. Давай же, отдавали. Черт возьми, не то. Вы спросите, как можно нажать не ту кнопку, когда их всего 4? Это я могу. Просто я нервничаю, мне страшно, что пацанчики не выживут. Из этого все становится только хуже. Черт возьми, пацанчиков ты спас, а сам как? Сам рухнул. Давай, тебе нужно плыть вверх. Давай, Девали, спасайся. А то твой труп будут отковыривать от морского дна. Все. Чё, я долбанул сундуком. Так где? Ай, давай, где ты? Мне нужно ухватиться за что-то. А, вот все, нашли. То есть вода прибывать не будет. Будет. Каждые минуты все ухудшается. Да, мы многих не смогли спасти. Что это означает? Так он выжил или нет? О, блин. Я тут на дне морском. А, не-не, выплыл. Я живой. Сколько же моих братьев тут утонуло в медузах. Могила. Классная роза. Я, кстати... Губернатор Дефае. Я думала, он просто равнодушен. Я не сознавала всей глубины его бессердечия.
Вы предупреждали. Виновны все. Но Дефае заплатит жизнью. Того требует мое кредо. Слишком мало. И слишком поздно. Вместе нет утешения. Уйдет Дефае. Что верно. Появится другой тиран. Его смерть даст надежду нынешним воинам. Они не должны оставить борьбу за свободу. А смерть этих людей. Многие едва начали жить. Мы будем скорбеть вечно. Аминь. Помолимся же за падших. Помолились? Молодцы. Продолжаем. Помощь в беде. Помог. Очень нравится, очень драматично, очень разнообразие. Мне, я люблю миссии, которые особенные чем-то. Вот побольше бы таких в Assassin's Creed. Побольше бы миссий типа этой и поменьше, типа пойди и проследи. Вот правда, я думаю, все со мной согласятся. Убежище Маронов. Нам надо туда, значит, мы идем туда. Что ж тут, я не знаю, ходить, искать что-то. Давайте вперед, так вперед. Хорошо, мы в убежище Маронов. Что ж дальше? Чем займемся? А, видимо, это последняя миссия. Последний бой Дефае. Думаю, пора. Губернатор успокоился. Охрана спит. Они уже забыли вызванный ими кошмар. Я им напомню. Когда вы убьете Дефае, вам будет грозить опасность. И Мароном, если я останусь. Жаль расставаться с вами. Не буду скучать. Мы встретимся. Отпраздновать свободу Маронов. Вы знаете особняк губернатора. Не торопитесь. И не попадайтесь. Это самая загрузка. Кстати, я думал, что я раньше закончу. В итоге я уже 3 часа играю. На самом деле, думал, закончу раньше. Ну, знаете, думал, а как всегда. Получилось, как всегда. Найдите губернатора в особняке. Да, все как всегда происходит. Да сколько там охраны? Тут под дерево по какому-то можно забраться. Вон там, к примеру. Водосток, вариант или нет? А, вот оно. Не пережили пути сюда. Он их лично мучает? Такой жестокий человек. Я лично найду и убью всех вас до единого. Но я получу ответ. Где убежище Маронов? Железным тавром. Чтобы он ощутил на себе.
А не меньше. Пойдем через верх. И мы убьем его. Идеально, просто как хотел. Вот я именно так и хотел. На помощь! Пусть и не железным тавром, но. На помощь! Кто тебе поможет? Рабы? Твои псы-надсмотрщики? Ты жалок. Мужчина должен драться. Вот тебе наглядный пример, сам. Я. Ты. Мне многих пришлось убить, но никого я не желал заставить страдать, так как тебя. Научить, каково это? Молить о пощаде, как те, кого ты утопил. Это все из-за них, тех рабов. Но они даже не люди. Если их не наставлять, не наказывать, они восстают. Убивают. Как ты. Если бы это было так. Это мучительная смерть. Задание выполнено. Последний бой ДФЕ. Из мушкетона надо было кого-то убить. Стелсом круче, ребята, все возможно. Мне кажется, так лучше. Очень понравилось. Это идеальная миссия была. Просто четко, понятно, по существу. Идеально. Я показал свои скиллы. Вот каждый раз бы такой финал был. Я просто всаживаю нож. Готово. Целую минуту. Долго страдал, я постарался. Вы пришли попрощаться? Да. А еще отдать вам это. О. Вы потеряли интерес? Я опоздал? Не боитесь, что оно попадет к тамплиерам? Есть вещи страшнее. Тамплиеры не сравнятся с вашим гневом. Вы шутите, надо же. В такую минуту? Лишь чтобы скрасить горечь разлуки. Вы вернетесь к братству ассасинов и делам, которые вам поручат. Да, вернусь. Но я больше не буду прежним. Я уже не молод. Я отдам свои навыки тем, кто борется за свободу. Вера в кредо поможет мне защищать их. И тех, кто пойдет со мной. Это больше некому продать. Сохраню на память. Это все, ребята, все закончилось. Титры. Чтобы пропустить видео, удерживайте. Знаете, лучше дождаться конца титров. Вы же знаете, Ubisoft очень любит под конец титров вставить какое-нибудь видео небольшое, которое нам о чем-то расскажет. Хотя тут сказано, что это. Да ладно, пропустим его, так уж и быть. Удерживать. Ладно. Я думаю, это все. Тут больше ничего не должно быть. Можно дальше продолжать играть, если вам того хочется. Освобождать рабов, радоваться жизни. Но задание основное мы выполним. То есть сюжет завершен. Можете еще поисследовать этот кусочек земли. Карибский, извиняюсь, бассейн. И если вам интересно. Если же нет, то пока. И спасибо за просмотр. Ну, я про вас говорю, если вы купили дополнение.
Стоит оно, я не помню, сколько рублей. Я купил Season Pass, я не помню, сколько рублей оно стоит. По-моему, 350-400 рублей стоит это дополнение. Точно сказать не могу. Но, в общем, я доволен. Мне кажется, довольно интересно, довольно долгое дополнение. Оно определенно стоит своих денег. В общем, спасибо за просмотр, пока. Скоро нас ждет... Давайте подумать, что нас ждет. Нас ждет Assassin's Creed Liberation. Следующий на очереди из новых игр. Ну, не новое, это переиздание в HD. Игра выходила на PS Vita, но, естественно, качество съемки с Vita не самое лучшее, потому что снимать напрямую с Vita нельзя. Ну и к тому же HD переработка, чуть тут графика лучше и все остальное. Я думаю, это будет как Assassin's Creed 3, только с женщиной и в Новом Орлеане. В общем, это все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Прохождение Assassin's Creed ожидать, по-моему, 15 января должна выйти Liberation HD. 15 января, насколько я помню. Точно сказать не могу, потому что я... Ну да, 15, по-моему, не 12, именно 15. В общем, спасибо за просмотр, пока. Я вас уже замучил, наверное, этими длинными прохождениями. Хотя, наверное, нет. Пока.